Предоставить слово юристу Адыгейской республиканской общественной организации Всероссийское общество инвалидов, адвокату Адыгейской республиканской коллегии адвокатов, писателю и автору повести «100 дней счастья», поэту-песеннику Элеоноре Халатовой. Элеонора, вас особенно сегодня приятно видеть в этом зале. Вы не просто друг Академии современного искусства и танцевальной терапии. Вы во многом даже и местами вдохновитель. Вы много вместе и работаете, выступаете в том числе. Спасибо, Руслан, за возможность обратиться к залу. Дорогие друзья, уважаемые гости, спасибо вам за то, что вы сегодня пришли поддержать этот чудесный коллектив, о котором можно говорить очень много. Да, сегодня я хочу сказать, я считаю себя составной частью этого коллектива, но сейчас я хочу прежде выразить благодарность всем участникам ансамбля «Говори молча» и руководителю ансамбля за то, что от имени председателя нашего Всероссийского общества инвалидов Симхан Рамазановны Гержамоковой от себя лично хочу выразить огромную признательность, огромную благодарность за то, что этот коллектив один из немногих, который поддерживает все проекты, инклюзивные проекты для творчества лиц с ограниченными возможностями. О искусстве можно говорить много. Каждый жанр искусства это по-своему прекрасен. Но когда я столкнулась с таким жанром, как хореография, потому что мне пришлось в нем поучаствовать, это получилось спонтанно. На одном из мероприятий одного из обществ, тоже лиц с ограниченными возможностями, значит, присутствовало, принимали участие ансамбль «Говори молча». И тогда я пела песню, свою авторскую песню, в которой они решили помочь мне и сделать подтанцовку. Далее я должна была на одном из мероприятий прочитать стихотворение авторское, которое впоследствии вылилось в прекрасную композицию, благодаря творчеству, такому инициативности и художественной мыслительности вот Аллы и Мас, потому что она придумала невероятной красоты, можно сказать, даже музыкальный мини-спектакль, в котором раскрывается такая красота, красота отношений, танца. Вот само название «Говори молча». Ведь действительно, когда человек поет, он выражает свои чувства своим голосом. А в данном случае каждый жест, пластика тел, грация движений, это не просто движение, а в них сама жизнь, сама душа, которая вот безмолвно говорит. Вот, и поэтому название «Говори молча». У меня по этому поводу есть небольшой четверостишие, я сейчас хочу прочитать. Мы говорим порой, чтоб только не молчать, открыв словами мир, закрытый пустотой. А иногда молчим, нас просто не понять, зачем таим слова и боремся с душой. Композиция «Вечная любовь», которая существует, которая есть и которую вы сейчас увидите после моего выступления, она существует благодаря творческой инициативе Аллы Илмаз. И, в принципе, здесь я принимаю участие просто для того, чтобы эта композиция имела реальность. То есть любовь, она действительно вечная. Она не умирает никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что, к сожалению, вся наша жизнь – это дорога без гарантий и страховок, и неизвестно, что и ждет нас завтра. Поэтому любовь и доброта спасут мир. И данная хореографическая композиция вот хочет донести безмолвно, без слов, просто пластикой, просто красотой движения, а дети очень красиво исполняют благодаря неимоверному старанию, неимоверных трудов, я это сама видела. И я хочу, чтобы вы поддержали, посмотрели, и надеюсь, что вам это очень понравится. Спасибо. Элеонора, вы, знаете, так сейчас подготовили нас всех к тому, что сейчас произойдет на сцене, что вообще было, на самом деле, еще уйму вопросов, которые хотелось бы задать, чтобы вы поведали очень много интересных фактов, но просто нет уже сил ждать, мы все в нетерпении хотим увидеть этот номер и многие другие, которые сегодня будут представлены на этой сцене. В подтверждении слов Элеоноры Халатовой специальный номер нашей программы, который так и называется «Вечная любовь». Элеонора Халатова
и Влад Сорокин. Спасибо. Навсегда.